Всем привет, всем хорошего настроения. Наконец я вышла в прямой эфир, потому что у нас официальный уже старт продаж осень-зима 21-22. И, конечно же, мне хочется вам показать, как я буду работать новой коллекцией и новыми декорациями. Плюс у нас сейчас вышел вот этот продаж... А, нет, он еще не вышел. Coming soon. Ожидается новый каталог дизайнов. И, конечно же, уже хочется что-то из этого повторить, даже мне. Каталог дизайнов, как всегда, от Анны Аколот, совместное творчество с нашей компанией. Вот, поэтому дизайны очень современные, добавили все равно сюда классику, не переживайте, кто за классику и за такой минимализм, здесь все тоже это есть. Сейчас я вам поближе, более подробно это покажу. Давно я не была в эфире, да. Согласна. Каюсь, ну вот иногда так бывает, когда не хочется. Вот, а сейчас очень хочется, потому что все очень такое вкусно, очень такое все кайфовое, и прям чешется показать вам, что у нас получилось. Кто не видел, кстати, обзор новой коллекции, она есть у меня в шапке профиля в виде ссылки. Это вебинар, который сейчас выложен на YouTube. Поэтому вот кто не смотрел, обязательно посмотрите, потому что я прям сегодня выкраску показывать не буду. Я сейчас сразу покажу каталог дизайнов, покажу декорации, просто покажу набор и начну сразу делать дизайны. Вот, кто хочет именно вдохновиться, послушать про тренды, смотрите, про тренды, обязательно посмотрите вебинар. Ссылка на этот вебинар есть у меня в шапке профиля. Обязательно посмотрите. Он даже мне, вот особенно первая половина, которая была заранее записана, убойная. Прям так вдохновляет, там я меняла образы под цвета коллекции, рассказывала про тренды, ну, интересно. Вот, кто видел обзорный вебинар по трендам и по новой коллекции, поставьте плюсики, кто уже видел этот вебинар. Вот, поэтому обязательно посмотрите. Что касается коллекции, коллекция называется просто... магическим названием эгоизм, но магическим, наверное, для всех женщин, для девочек. И там офигенские названия, причем, знаете, я когда делала обзор по цветам коллекции, попросила в следующий раз маркетинг, я говорю, давайте, блин, писать на русском языке, потому что, ну, я, например, английский не знаю, к сожалению, к моему стыду, я его так и не выучила, сколько раз я хотела его начинать учить. И там, если переводить эти названия, они просто, ну, настолько кайфовые. Блин, ну, даже сейчас, знаете, вот пытаюсь сейчас вспомнить, а я ж фиг вспомню. Вот, кто смотрел вебинар, поставьте плюсики. Девочкам, поделитесь, как вам вебинар. Потому что в этот раз мы его поделили на две части. Мы одну часть сделали заранее в записи, которая переходит уже в живой вебинар. Все это вместе оно соединяется. И получается очень интерактивно и интересно. Не скучно смотреть. Вот, поэтому официально у нас со вчерашнего дня уже старт продаж. Это о чем говорит? О том, что уже... во многих регионах есть эта коллекция. Если, например, еще в каких-то регионах нет, но она, значит, ожидается, потому что сейчас транспортная доставка все равно она работает намного хуже, ничего у нас не восстановилось из-за пандемии, особенно туда, где транспортная доставка самолетом идет, самолеты летают реже. И если раньше чаще брали грузовые компании, то сейчас реже. Блин, чего вы сегодня такие молчаливые люди? А, это у меня глюк просто. Драма Queen. Королева драмы, правильно. Да, вот сейчас вот, Юлия Эминелс подсказывает. Правильно, нужно писать на русском языке название. Да, я тоже вот... Идея на русском писать... Это очень хорошее. Я понимаю, что, конечно, с точки зрения эстетики, когда мы смотрим на бутылек, английские названия, да, они красивее смотрятся, в отличие от кириллицы. Но вот в этот раз, у этой коллекции, ну, настолько кайфовые названия, что я говорю, блин, почему они не на русском языке, чтобы мой взгляд увидел, и сразу мой мозг переварил это название, у меня настроение поднялось. Потому что реально, когда ты читаешь, поднимается настроение. Так, ну давайте, сейчас я переверну камеру.
Крыши теперь всех новинок черные будут. Ну, потихоньку, да. Вот. Не надо на русском писать, я вам писала, что учим английский. Ладно, короче, что касается... Да, девочки, вот так будет. Но это переходит очень медленный, поэтому у нас все равно сейчас периодически выходят коллекции с белыми крышками. Я очень люблю новый фирменный стиль. И это именно моя была идея, как оставить розовый, потому что вот это у меня самый любимый розовый. А, девочки, а принесите мне, покажите гели для моделирования баночки. Галь. Сейчас у меня девочки сходят в маркетинг, я вам покажу наши банки. Смотрите, ничего в банках не изменилось. Банки те же самые для моделирования. Просто убрали серебро и добавили черную тампопечать. И эти розовые банки, они настолько кайфовые стали. Поэтому я то же самое. Вот я смотрю, мы с бутыльком по факту особо ничего не сделали нового. Мы просто добавили вместо белой черную тампопечать, розовые оставили. И добавили черную крышку. И бренд, он как был, он так и остался розовый. Когда ты смотришь на полочки, оно все розовое все равно. Но просто черный сейчас лучше вписывается в современные интерьеры. Потому что, да, вот этот девичий стиль, он остался все равно бело-розовый именно в салонах. Но если брать в процентном соотношении, все равно в интерьерах очень много лофта. Понимаете, там, ну, не только лофта. Поэтому надо было чуть-чуть поменять фирменный стиль. Это было необходимо. Сейчас я вам покажу. Да, 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 не вы. Это сейчас будут смеяться. У меня зять особенно, у него глаз дергается, когда я называю слово оргазм. Вот у меня от новых баночек сразу... Ну, посмотрите, какие они хорошенькие. Мы просто убрали, смотрите, серебро. И добавили черное лого. Смотрите, баночка та же самая осталась. Ну какая она прелестная стала. Этот розовый, такой он красивый. Такой вот он, знаете, припыленный. Такая классная косметика. Ну, короче, кто меня давно знает, вы знаете, что я помешана на упаковке. Ладно, я переворачиваю. У нас, смотрите, у нас, да, есть черные бутылечки. Они у нас почему добавились? У нас добавилась серия. Галя, принеси мне классику в черных бутыльках нашу. Смотрите, кайф. Смотрите, какие они холёсие, боже мой, мои малышечки. Смотрите, они остались розовые. Но как по-другому, намного современнее и стильнее стали выглядеть эти баночки. Видите, розовый как был, так он и остался. Вот, и гель-лаки на фоне вот этих баночек тоже будет очень здорово выглядеть. Смотрите, что у нас в набор входит. Карты. Вот, это интерактивная игра, она очень многим понравилась с прошлой коллекции. Мы решили эти карты чуть-чуть переработать и сделали через тему настроения. И поэтому, когда у вас клиент не знает, что выбрать, вот есть возможность поиграть с клиентом. Многим это, кстати, нравится. Вот так она вытягивает. Так, какой же у меня сегодня будет маникюр? Ага, бессовестная. Вот, кстати, перевод названий. Фиолетовый цвет мы назвали бессовестная. Ведь ты знаешь, что если соблазнять, а не соблазняться, то мечты исполняются быстрее. Ну не кайф же. Смотрите, как кайфу. А, еще самое главное, смотрите, рекомендую покупать наборы 9 мл, потому что именно в наборах 9 мл идут вот такие еще клевые наклейки. Милашки. Я, кстати, себе уже наклеила на телефон. Дочка у меня наклеила на планшет себе. Прикольно? Так. Как я и говорила, выкрашивать это не буду. Классика у нас там, она вся стоит. Посмотри в нем. Черная. Ну, там есть Супер Бонд, Софт Пинк, Софт Нут, да. Да. Смотрите, девочки. Многие просто думают, что мы почему-то перешли на черный. У нас просто есть гелевая система жидкая. У нас сейчас эта линейка, она растет. Вот вы знаете, самые популярные продукты – это Monofast, Софт Пинк, Софт Нут. Скоро...
у нас выйдет Милк еще в жидком виде, у нас Супербонд, понимаете, и мы, чтобы классика отличалась от соков системы, от гель-лаковой системы, решили низ бутыльков сделать черным, понимаете? У нас гель-лаковая система, она как была розовая, она так и осталась в розовом бутыльке. Нам просто, чтобы классику выделить, чтобы вы не путали гелевую систему и Эмилак систему, мы их сделали черненькими, понятно? Так, смотрите выкраску. Обязательно посмотрите обзор на Ютубе. Я там прям выкрашиваю и подробно показываю. Все. Два цвета, видите, с шиммером. Вот этот бледно-розовый идет с красивым таким серебряным шиммером. Фиолетовый идет вот с таким розовым шиммером. И есть вот такой вот шиммерный. Остальные раз, два... 3, 4, 5, 5 эмалей. Вот, коллекция разная. Специально делали не только эмаль, но также сделали один блестящий и два шиммерных. Вот этот, конечно, это я показывала на обзоре, как мой пиджак, цвет один в один. Смотрите, какой благородный, красивый шиммер. Кайф переливается. Так, ну что, поехали. Давайте делать дизайн. Дизайн. Идеи, конечно, всем рекомендую всегда брать из нашего каталога. Кто любит живые каталоги, они всегда идут очень ограниченным тиражом, мы их никогда не делаем много, потому что, к сожалению, все-таки печатная продукция хуже продается. И замораживать деньги в печатной продукции, ну, компаниям это не рентабельно. Поэтому мы сейчас печатаем очень маленький ограниченный тираж. Вот, как правило, тираж не больше 3000. Поэтому, если вы хотите именно живой каталог купить, обязательно успейте это сделать. Возьмите заранее заказ, оставьте нашему дистрибьютору, чтобы, ну, за вами забить один каталог. Вот. Он будет также продаваться в электронном виде. Вот, он будет продаваться также в электронном виде. Да, печатные, конечно, бесспорно удобнее, вот. Но многим почему электроны нравятся, потому что вы берете оттуда картинки и загружаете себе в тот же Инстаграм, вот. А для многих сейчас аккаунт Инстаграм — это каталог работ, где клиент может выбрать понравившийся дизайн, вот. Поэтому смело из электронной версии вам рекомендую брать наши ноготочки и ставьте их обязательно себе в аккаунт. Тем более сейчас же там листалка есть, вы можете в один пост аж 9 вариантов загрузить фотографий. Вот. Дизайны классные, все очень разные, есть и молодежные, есть и вот такие, видите, минималистичные, сдержанные, спокойные. Галя, узнай, с какого числа будет старт продаж каталога? Вот, он просто сейчас только из печати пришел, и еще дистрибьюторам, насколько я знаю, отгружать не начали. Вот. У нас, конечно, очень много выйдет декораций. Смотрите, декорации тоже, они еще в продажу не поступили, но уже прям вот coming soon. Я так думаю, что неделька потихонечку уже будет у многих дистрибьюторов. Причем обратите внимание, как мы в этот раз сделали прикольно нейл-дрессы. Мы их сделали вот таким сплошным полотном, что можно вырезать на любую длину, любую форму, можно вырезать по центру, чтобы захватить одну часть, вторую часть. Вот. Прям нам так эта идея понравилась, особенно идея с газетой. Смотрите, не делать их отдельно, да, а вот таким сплошным-сплошным полотном сделать. Мне кажется, будет очень круто. Чтобы белый не желтел, смотрите, нужно перекрывать ультрашайн. Смотрите, девочки, сейчас пока вопросы не задавайте. Давайте мы сейчас сначала сделаем дизайны, и потом в конце оставлю время, поотвечаю на вопросы, хорошо? Потому что так очень тяжело, вас много, вопросы льются куча, а я не могу одновременно смотреть на экран и рисовать. Смотрите, цветная газета тоже сплошняком. Сделали вот такую флористику. Сейчас это очень модно, когда, например, такая нейтральная поверхность гель-лака, и в большом количестве... Прям можно на весь ноготочек много-много разных вот таких вариантов приклеивать. Получается очень здорово. Еще у нас вот такие 5D-черепушки выйдут.
Мне что-то так вот эта тема понравилась, смотрите. Я когда увидела, это дизайнер у нас один придумал, я когда увидела, говорю, блин, кайф, говорю, давайте сделаем, потому что, ну, все равно, мне кажется, найдутся люди, кому вот такое сочетание понравится. Цветов, нежность, черепушечек. Смотрите, декорации coming soon. Вот шармиконы уже старт продаж есть. Шармиконов намного больше будет. Смотрите, это только первая партия шармиконов. Смотрите, сколько выйдет. Их много будет. Сейчас только вышло 5. Раз, 187, 188, 192, 194 и 195. Остальные шармиконы, они будут чуть попозже. Ну, здесь, видите, новогодние, вот такие цветные смайлы. А вот кто любит, кстати, классику, смотрите, мы про вас не забыли. Ван Клиф, такой а-ля Dior. Вот. Но это все coming soon. Смотрите, я вам сейчас просто показываю, что шармиконов намного больше будет за весь сезон. Сезон же большой, правильно? Вот. Но сейчас вот в августе стартовали вот такие шармиконы. Раз, два, три, четыре, пять. Делайте, если что, кстати, скриншот экрана. Прям рекомендую, делайте скриншот экрана. Вот. Вот эти нейл-дрессики, тоже их будет больше гораздо. Смотрите, их тоже будет гораздо больше. Это сейчас пока только первая партия. Вот, тоже получится раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну что, давайте начнем работать. Так. Ну, я хотела начать с шармиконов. Хотела показать в туристический какой-нибудь дизайн. И что-то между такой, знаете, вот классикой, минимализмом. У нас есть вот таких два шармикона. Номер 192 и номер 194. Они очень классные. И для тех, кто любит прям такую базу, прям классический вариант дизайна, такой офисный вариант. И из этих же шармиконов получаются очень крутые, абстрактные, футуристичные дизайны через тему космизма. Поехали. Галя, принеси мне жвачку. Так. Если делать через тему космоса, то прикольно, например, сначала сделать шармикон, приклеить, а потом заполнять... Слушайте, что-то у меня перчаточки сегодня, смотрите, как порвались. А потом заполнить его... уже гель-лаком. Еще раз напомню, смотрите, я сегодня обзор самой коллекции выкраску не буду делать, чтобы время не терять, потому что у меня в шапке профиля, еще раз напомню, есть вебинар по трендам и по презентации новой коллекции. После эфира обязательно переходите по ссылке в шапке профиля и смотрите очень классный, интересный вебинар. Так, какой гель-лак сюда возьмем? Давайте возьмем... 341. Что, уже и у дистрибьюторов есть, получается, каталог? А, ну, смотрите, девочки, вот мне сейчас подсказывают, с сегодняшнего дня уже каталог будут отгружать дистрибьюторам. Поэтому еще чуть-чуть, каталог будет в продаже. Шармиконы с 11 августа. Шармиконы у дистрибьюторов в наличии уже будут где-то с числа 11 августа. А нейл-дрессы с 5-6 августа. Мне сейчас подсказали. Вот, поэтому уже можете оставлять предзаказы.
Потому что тут осталось что-то. Nail dress будет до конца недели. Не хочется полностью ноготь покрывать. Хочется оставить, чтобы место... О, смотрите, как можно исправить легко. И сейчас мы еще добавим текстон. Блин, какой красивый гель-лак. Вообще. Так, подсушим сейчас чуть-чуть. И я сейчас хочу подобавлять еще текстон серебряный. Вот, ну перед тем, как текстон добавлять, мы сейчас еще что-нибудь из шармикончика добавим, только уже сверху. Так, чтобы шарвикон клеить на дисперсионную пленку не получится, поэтому у нас есть специальный топ, называется он Teclas. Многие его используют просто как финиш. Он очень резиновый, прям такой, знаете, каучуковый. Подходит, кстати, абсолютно для всех типов ногтей, даже для очень мягких. Вот кто там плохо моделирует гель-лаками, делает такие мягкие ногти, вот он терпит эти недостатки из-за того, что он такой прям каучуковый, очень хорошо двигается на свободном крае. Вот. Но есть там моменты такие, как если, например, клиент очень активный и делает большую нагрузку на ногти, из-за того, что он каучуковый, может быстро зацарапываться. Вот. Но он идеален, конечно, для наших шармиконов, это бесспорно. За счет своей каучуковости вот эта резиновая поверхность, она к себе просто, этот клей от шармиконов, прям бетонирует, очень здорово приклеивается. Вот. Но чтобы шармикон хорошо к текласу приклеился, его нужно просушить минимум 2 минуты. Чем дольше вы его сушите, тем лучше клеевая основа у этих шармиконов приклеится к резиновой поверхности. Так, сушим. Пока он у нас сохнет, нам понадобится, смотрите, текстон. А для текстона можно взять какой-нибудь гель-лак из Джемти. Вот можно взять либо какой-нибудь гель из Джемти. Это гель объемный, без остаточной липкости. Вот можно взять White Джемти гель из набора классического. И есть набор без остаточной липкости. С блесточками, здесь вот есть перл. Ну, что-то светленькое нужно взять, что-нибудь. Текстон, его нужно наносить на поверхность без липкости. Вот, поэтому можно брать эмпасты, да, они тоже же без липкости, раскрашивать. Можно брать джемти гель, это объемный гель без липкости, тоже раскрашивать текстоном. Сейчас, кто не в курсе, что такое текстон, увидите. Так, теперь можно добавить еще квадратик. И обратите внимание, мы сейчас в шармиконный ввели еще один цвет. Теплое золото, вернее, даже не теплое, оно розовое. Видите, что не только желтое, а еще розовое появилось. Вот, поэтому прикольно.
Дизайны чем-то еще могут напоминать, знаете, такое арт-деко направление. Так. Арт-деко. Все сделали. Смотрите, дизайн я буду делать сверху финиша, поэтому перекрываете любым финишем. Ну, мне проще взять теклос, так как он у меня под рукой. И текстон мы будем делать уже сверху финиша. Вот. Единственное, конечно, краску, текстон, ее нужно в любом случае перекрывать. Но я перекрываю в данном случае тогда отдельно только элементы. Видите, выглядит как хромированное золото либо серебро. Но при высыхании лучше всего сушить феном. Галя, принеси мне фен. И берете либо тот гель объемный для текстуры. Все, и делаете рисунок, который я сейчас буду раскрашивать. А ты прям, ну, где-нибудь здесь положи сверху. Так, сейчас вот думаю сделать геометрично или размазюку. Да, как не кайф сейчас заморачиваться. Сейчас мы сделаем асимметричные, случайные. Вот такие мазки. Конечно, на джемте. Очень прикольно смотрится текстон, когда он высыхает. Он прям объемными элементами металлическими смотрится. Вот, поэтому я всегда, если хочу сделать такой вот эффект металла, то делаю всегда уже сверху финиша. Все, ну вот это вот можно даже закрасить, пусть она будет вся серебряная кутикула. Единственное, что обязательно потом в конце нужно будет перекрыть топом. Ну, проще это сделать топом без липкости и перекрыть только сам элемент. Сейчас, кстати, клиенты на такие достаточно барельефные, объемные дизайны хорошо реагируют. Он стоит на месте и не растекается. Я вот жемчуг очень часто беру, потому что, ну, он серебро подходит очень хорошо. И даже если где-то сейчас текстон не прокроется, будет все равно хорошо смотреться. Вот. Второй вариант сделаем также из этой серии. Возьмем. Сейчас мы только начнем по-другому делать. Также возьмем, давайте, гель-лак. Давайте вот белый возьмем. Кстати, белый из этой коллекции 346. Он холодный белый. Это просто обычный белый гель-лак, смотрите. Но нам очень давно не хватало в коллекции именно вот такого, с таким, знаете, вот холодным отливом фиолетово-голубым.
что у нас вот просто есть белый, да, но он такой более тепленький, а этот белый, он прям вот синюшный слегка. Многие, кто любят покрытие белыми гель-лаками, а таких, кстати, клиентов и мастеров очень много, прям рекомендую вот этот 346-й. Или слюни чужого. Ну да, я же про футуризм сегодня, девочки. Мне прям хотелось... Я когда увидела эти шармиконы, я их даже хотела назвать там космизм, футуризм. Ну, у нас маркетинг предложил, говорит, давай, Катя, не будем пугать людей названиями. Давай просто классика назовем. Потому что эти шармикончики, они, в принципе, и для классического базового маникюра подходят. Просто нужно как обыграть это. Обыграть. Я вот сегодня вам показываю вариант не такой не классический, а вариант через свою любовь к футуризму. Мне вообще мечта полететь куда-нибудь на Луну или на Марс. У меня все любимые фильмы это либо про любовь, про принцесс, либо фантастика. И, кстати, «Чужой», чтобы вы знали, девочки, я его смотрела раз пять. Все части «Чужого». Сейчас вот напомню ли. Смотрите, я взяла плохую кисточку, которую не жалко, потому что текстон очень сильно портит ворсу. Я рекомендую брать кисточку, которую вот правда не жалко. И чтобы текстон очень быстро высохнул, его можно положить в лампу. Вот лампы же, они внутри могут давать температуру. А можно взять обыкновенный фен. Вот у меня под рукой есть фен. Ну, смотрите, сушить надо хотя бы минутку. Сейчас просто эфир, и времени нет на это. Но уже видно, что текстон начинает высыхать. И смотрите, он высыхает и превращается в такой вот эффект металла. Видите, прям такой вот эффект металла появляется. Слушайте, девочки, ну, понятно прям, если бы сейчас я взяла эту кисточку, я бы ее за один раз не испортила от текстона. Вот. Ну, желательно брать, которую кисточку не жалко. Вы начинаете, ничего вы не пишете, это на упаковке, что нужно брать старую кисть. Не пишу. Все на упаковке не влезет, если все писать. Так. Чё, прикольно, да? Слушай, девчонки, я сейчас протру камеру. Ты думаешь, у меня камера грязная? Так, это такой, видите, быстрый вариант вообще. Все, перекрываем финишем. Перекрываем финишем. И сейчас тоже сделаем для джемти. Для текстона. Смотрите, кстати, с джемти будьте очень аккуратны. Рекомендую даже эту фракцию, не перепонку все время. Здесь еще есть крышечка. Крышечку не сдирать. Очень сильно реагирует даже на освещение на столе. Вот, моментально полимеризуется, потому что по составу это гель-лак, просто 3D объемный.
это моя тема, сделать в центре дырку. В эту дырку поместить нужный мне рисунок. Ну, в данном случае мы такой треугольник космический взяли. Все, и по кругу. Сделать опять же такую вот асимметрию. Все, сушите 2 минуты и потом тоже раскрашиваете текстоном. Смотрите, после, я этого не буду сейчас в эфире показывать. После того, как текстон минуты через 3-4 подсохнет, вы берете уже ультрашайн, тот же теклос, либо любой другой топ без липкости, и уже отдельной кисточкой промазываете только этот элемент, чтобы его защитить. И моментально в лампу. Будете возюкать очень долго топом, текстон тут же начинает под кисточкой растворяться, и вот этот эффект металла сразу пропадает. Ну, конечно. Просто от текстона кисть нужно, во-первых, сразу промыть, там, в антисептике, в обезжириватель, в жидкости в какой-нибудь. И смочить там, тем же ультрабондом, вот чем-нибудь смочить. Мне Джемте пришел полностью полимеризованный с Красотки Про. Это мне пишет Маша. Маша, пришли просто фотографию набора. Прям, если это набор, либо если это поштучно, открой, прям покажи. И мы вышлем тебе замену. Все, теперь берем опять текстон. Ну, текстон, кстати, просто на воздухе высыхает. Это вообще обычная окраска на основе растворителя. Вот. И, в принципе, она просто высыхает. Она может просто высыхать. Но если феном сушить, либо в лампе сушить, да, этот эффект просто быстрее проходит. Быстрее высыхает. Да, он очень чувствительный Джемте. Поэтому требует тщательного хранения, чтобы там не было перепадов температуры. Что вы же знаете, гель-лаки, например, они очень легко могут сполимеризоваться в закрытой упаковке, если, например, была очень высокая температура где-то рядом, там, возле батареи, или, например, солнечный свет, или, например, знаете, когда транспортная доставка в фуре 40 градусов на солнце, а в самой фуре там плюс 60. Запускается процесс полимеризации от тепла, смотрите. Вот. Ну, то же самое. Берем фен теперь и сушим феном. Черт. И так далее, да, и сушим также минутки две феном. Блин, смотрите, я умудрилась испачкать. Ну как так, Катя, ты сделала? Ну ничего, сейчас я исправлю, все можно исправить. Так, а что я сделаю? Галя, принеси мне золотой текстон. Сейчас я исправлю это, девочки. Сейчас мы сюда золото добавим. Галь! Золотой текстон у тебя за спиной, там прям на самом верху. Сейчас мы возьмем золотой текстон. Так, и можно поработать нейл-дрессиком. Так, предлагаю вот этим поработать. Нейл-дрессиком. Сейчас я вам покажу, что мы будем с ним делать. Нужен маленький, он только в маленьком объеме продается.
Он же в наборе идет. Там набор. Тексон продается, кстати, в наборе. Он поштучно не продается. Он продается в наборе вот такими 6-миллилитровыми бутыльками. Рекомендую запасаться, потому что вот осенью у нас, когда бум был на этот текстон, он реально закончился у нас там за 2 недели у всех, а потом его не было 3 или 4 месяца. Вот. Потому что мы его сами, текстон, не производим, мы его покупаем готовый. Ну, смотрите, даже прикольнее получилось. Я всегда говорю, испорченных дизайнов нет. Есть незаконченные дизайны. Поэтому, видимо, мне надо было испачкать его, чтобы я его закончила. О, как круто! Смотрите, прикольненько. Все. Сейчас тоже он начнет высыхать, и золото превратится в такой хром золотой. Вот, и превратится в золотой хром. Вот так же сейчас мы феном посушим. Но он еще не высох, смотрите, но уже начинает подсыхать, видите, и появляется такой эффект хрома красивый. Вот такой у нас с вами космизм, футуризм получился, хотя шармикон достаточно классический. Да? Из него можно сделать такие базовые элементы классические. Так, теперь дальше. Смотрите, сейчас девочки спрашивают, когда появится дайджест. Он уже пришел на склад. Это значит, где-то через неделю будет у многих дистрибьюторов, и в том числе будет в интернет-магазине. Вот, поэтому он уже есть в Ростове. Это значит, буквально неделя-две и будет везде. За коврики и парафин, я не знаю. Я вам, кстати, Nails мастерская уже писала. Вот, потому что парафин, мы поменяли сейчас формулу и упаковку, вот, и новый продукт, это будет новый продукт, он выйдет где-то в октябре месяце. Да, перекрыть нужно топом. Смотрите, вот эти дизайны, потом в конце берется теклос, отдельную кисточку можно взять, и быстрыми движениями перекрыть. Давайте вот на одном покажу. И смотрите, возюкать нельзя, тут нужно сразу моментально в лампу ложить. Потому что будете долго развозюкивать, он начинает от топа разъедаться и цвет менять. Видите, как быстро работаем, прям моментально надо это делать. С текстоном нужно приноровиться работать. Смотрите, поначалу будете с текстоном косячить, вот, но когда вы въедете, вот насколько он должен просохнуть, он должен хорошо просохнуть, как нужно быстро его топом эти детальки перекрывать, чтобы они не разъедались. Вот, просто нужно привыкнуть. Все, ну, такие хромированные элементы. Так, сейчас я вам хочу показать вариант прикольный. Вот с этими нейл-дрессами. Мне очень нравится. Сейчас я вам покажу. Давайте возьмем. Это получается газетный принт. Причем у нас этих газетных принтов, видите, газетный принт ЧБ-74 и газетный принт цветной 73. Не забывайте, здесь вот, кстати, мастер-классы есть сзади, описаны. Так, поехали. Сейчас показываю последний вариант, потому что времени уже осталось мало. У меня лежит журнал, это каталог дизайнов с декорациями от Эми, который мы выпускаем всегда к началу каждого сезона, значит, 2 раза в год. Продается в бумажном виде и продается в электронном виде.
Так, сначала предлагаю сделать небольшой градиент. Причем для этого рекомендую взять какой-нибудь яркий фон, яркий цвет, вернее. Причем давайте вот на этом типсе поработаем не новой коллекцией «Осень-зима», а возьмем коллекцию «Хит неон». Здесь есть яркий желтый цвет, лазерный лимон. И чуть-чуть растушуем его возле кутикулы. Прям полноценный градиент не будем делать, мы просто чуть-чуть его растушуем. Да, кто пропустил начало эфира, пересмотрите. Обязательно я там рассказываю про дайджест, про то, какие декорации у нас скоро выйдут, что скоро выйдет. Так, номинально, девочки, по-сухому. Так, сейчас сушим. Нам понадобится 249-й гель-лак сейчас. Смотрите, Nail Dress. Цветная газета. Потом будет вот такая черно-белая газета. Потом вот такой сплошняком, обратите внимание, очень классный принт. Вот это убойный, смотрите, прикол. Ой, у нас дизайнеры, они вообще у нас супер. Смотрите, что придумали. Видите, что, да? А на ногтях, кстати, очень классно смотрится с ним дизайны. Я сейчас эфиры буду чаще проводить, потому что очень много всего повыходило нового. Вот, поэтому я поработаю в ближайшее время на прямых эфирах всеми практически декорациями. Покрываю. Топ-слайдер нанесла, чтобы приклеить слайдеры. Это вообще финиш с липким слоем, но мы его назвали топ-слайдер, чтобы вы понимали по названию, что именно этот топ подходит для слайдеров, для приклеивания. Почему? Это гибридный топ, в составе идет лак. Его, если понюхать, он даже лаком пахнет. Вот на него очень классно приклеиваются слайдеры. У него очень хорошая такая дисперсионная пленка. Так, и давайте вырежем кусочек принта. Причем вырезать можно где душе угодно. Ну, я, наверное, прям цветной не буду вырезать. Я возьму вот где чуть-чуть света есть. Вот так, на глаз. Сейчас мы его чуть-чуть примерим. Посмотрим. Опускаете водичку. Лучше, конечно, слайдер в горячей водичке размачивать. Арочные верхние формы, ну нет, навряд ли, потому что арочные верхние формы — это такой вариант, который не всем мастерам, во-первых, нужен, да, не все это будут делать, и клиенты, и мастера. Вот, поэтому мы сейчас верхние формы выпустим, но они у нас будут немножко больше в таких базовых, классических форм, то, что каждый день делать. Арочные ногти, не знаю. Класс, смотрите, сейчас кладем в лампу. Кладем в лампу, и можно взять либо файбербазу белую, да, у нас есть прям белая-белая файбербаза, и сделать легкое моделирование. А можно взять Milk Style, это тоже молочный гель-лак белый. И сейчас мы им перекроем. А сверху, например, возьмем шармиконы, кстати, из мужской коллекции. Я, кстати, очень часто сейчас использую из мужской коллекции шармиконы, они очень классные.
Очень крутые дизайны. Блин, где-то второй. А, вот второй. Смотрите, два шармикончика мужских. И сейчас вот они классно смиксуются вот с этим принтом. Кто, кстати, не знает, смотрите, название. Смайл 181 и готика 182. Можно смайлики взять. Смайлы сейчас вообще тема. Да, они у нас, кстати, выйдут и вот такие скоро. Ну, это сейчас не первая партия шармиконов, это следующая партия шармиконов. У нас вот такие цветные будут шармиконы. Вот, а сейчас я возьму из мужской коллекции. Так, обязательно не забываем ультрабонд. Галя, у меня нет ультрабонда. Так, сейчас одну минутку, девочки. Сейчас мы ультрабонд нанесем. Много хотела сегодня показать, вот, но все нереально успеть. Хочу в следующий раз, смотрите, здесь вариантов можно делать столько много. Смотрите, какие вообще классные. Я еще хотела с цветочками поработать. Ну ладно, цветочки оставим тогда на следующий раз. Так, ультрабонд. Ультрабонд это вообще грунтовка для искусственных ногтей. Ее используют перед использованием базы гель-лака и либо классической базы, да, чтобы хорошо держался материал. Но мы этот ультрабонд используем еще также, чтобы пройти сверху слайдер обработать, потому что он слегка разъедает поверхность, поэтому будьте очень осторожны, если слайдер очень тонкий, он может прямо его повредить. Но это если делать не умеючи. Если делать раз, два, там, три, четыре легкими мазками, то все будет отлично. Катя, когда вы зовете Галю, я аж подпрыгиваю. Ну, сорян, девчонки. Ну, нужна была Галя. Так. Смотрите, он сейчас уйдет на задний план. Тогда становится такой неактивный, и то, что я приклею уже сверху, оно становится такое уже более ярко выраженное. Вот это можно сделать базой, а можно сделать вот так молочным гель-лаком. Я базу не беру, потому что не хочу толстые ногти. Мне так слегка надо. Все сделали. И оно получается прикольный эффект. У меня как раз сейчас там, где в центре будет молочность, я приклею уже шармикон. Получается очень крутое сочетание. Кстати, много таких дизайнов мы будем показывать. Видите? Тоже газетка. И по центру, например, элемент, который главный. Смотрите, как прикольно. Видите, тоже. Вот у нас вот такой будет тоже Nail Dress, смотрите, с Микки Маусами. Тоже, видите, на заднем плане с молочком, сверху чистый. Все, ну и чтобы шармикончик приклеить. Сейчас мы пройдемся теклосом. Можно, кстати, даже пройтись немножко эмпасты добавить. Какую-нибудь... Да, желтенькая она. А, нет, давайте зелененькую импасту. У нас есть 4 цвета импасты. И мы ее просто безбожно едим, потому что постоянно что-то дорабатываем. Вот. Ну, либо классические цвета. Если нужны, там, например, красные, синие, мазочки, кляксы. Прям тема. Видите, мы постоянно где-то нет-нет, вот по чуть-чуть. Но добавляем вот такую легенькую прорисовочку. Прикольно же? Вот, а мы сейчас возьмем лайм импасту. Можно ли готовые типсы заскринить? Хорошо, сейчас, девчонки, я вам покажу на камеру. Боже, какой цвет, какой цвет. Они поштучно продаются, кстати, без набора, вот эти 4 цвета. Прям рекомендую. Кайф. Слушайте, ну какие прикольные.
Прям у нас дизайнеры для мужского направления постарались, и они на самом деле очень универсальные. Все, и перекрываем, например, матовым топом. И тогда будет импаста круто смотреться. Готовые типсы. Ну, давайте я вам тогда вот так. Номера, кстати, написаны, это номера. Нейл-дрессов. Это вот как раз то, что сейчас первое вышло. Тоже можете у дистрибьюторов заказывать. Потому что я так думаю, неделька, две недельки, и это будет уже в наличии. Все, заскринили? Это как раз вот 6 вариантов нейл-дрессов, которые сейчас пришли на склад. Вот, будет, конечно, их гораздо больше. Вот, но это та первая партия, которая сейчас выйдет. Ну, можно какие-нибудь кляксочки подобавлять. Видите, у нас и в каталоге по дизайнам, да, вот в этом, и то, что мы в прямых эфирах даем, мы, как правило, даем вот что-то такое скоростное для нерисующих мастеров. То, что прорисовать, это, конечно, мы обычно на курсах даем, но сейчас, видите, такая тенденция, что даже если ты рисуешь, клиенты не хотят сидеть ждать время. Понимаете, всем нужно быстро, и чтобы много всего было. Поэтому вот такие варианты дизайна, когда ты вроде как рисуешь частично, но нельзя сказать, что прям очень много. Да, а весь дизайн выполняется за счет микса. Я называю наш дизайн, Эми дизайн, это вообще такой конструктор. Конструктор из нескольких элементов готовых, которые превращают в такой сложно сочиненный дизайн. Вот, поэтому обязательно приобретите новый дайджест, потому что здесь не только готовые варианты дизайна с декорациями, да, но и есть также мастер-классы. Вот, он будет также в электронном виде доступен. Обязательно спрашивайте. Еще раз напомню, что сегодня официальный старт продаж коллекции «Эгоизм». Это то, что осень-зима. Вот. Рекомендую именно 9 мл. Почему? Потому что здесь идет в наборе вот такие стикеры крутые. И здесь в наборе идут вот такие классные карты, которые можно будет поиграть с клиентами, чтобы она выбрала, какое же у нее сегодня настроение. Королева драмы. Если никаких поводов для истерики нет, то приходится создавать их самостоятельно. Вот. Поэтому если сделает потом клиент вот такой роскошный, необычный маникюр, она себя будет точно чувствовать королевой драмы. Я только что сейчас думаю, почему же так как-то было видно не очень хорошо. Поняла, что я фильтры забыла отключить. Представляете? Ну, так, что за Катя Вершниченко? Точно забыла фильтр отключить. Господи, еще какие-то веснушки появились. Капец. Понятно, почему у меня как-то типсы были не очень хорошо видны. Эфир обязательно сохраню. Он сейчас, смотрите, эфиры все сохраняются сейчас автоматически. Слава тебе, Господи, что Инстаграм это сделал, что сейчас не надо засорять память телефона, что я сейчас выключу, он автоматически у меня сохранится, потом сделаю красивую заставочку, обложечку, и сегодня? Ну да, наверное, сегодня выложу, точно. Так что сегодня вечером, кто пропустил, обязательно пересмотрите. Еще раз напоминаю, смотрите, обзор по коллекции «Эгоизм» с трендами я делала на вебинаре.
Вебинар очень вдохновляющий, потому что он состоит из подготовительной части, которую я записывала заранее, и там очень классная такая, знаете, интерактивная анимация, про тренды я очень вкусно рассказываю. Во-первых, смотрите, в этот раз я много не говорила про тренды, все очень такое, знаете, тезисное, такое самое вкусненькое, то, через что мы создавали новую коллекцию и гель-лаков, и коллекцию декораций, и вообще коллекцию дизайна. Вот, ссылка на этот вебинар у меня есть в шапке профиля, поэтому вот сейчас сразу же, как только эфир выключу, вот сюда нажимайте на кнопочку, переходите в мой аккаунт, заходите в шапку профиля и переходите там, на YouTube будет вебинар. Посмотрите его обязательно, девчонки. Катя, заказ можно отправить в Марокко? Смотрите, все, что у нас находится за пределами Российской Федерации и стран СНГ, чудесно, прекрасно доходит из Праги, там, где находится второе производство ЭМИ, там, где находится большой головной офис. Вот смотрите, у нас два головных офиса. Один находится в Европе, это Чехия, в городе Прага. Производство находится в Шибрами, это пригород Праги. Есть интернет-магазин emischool.com. Смотрите, потому что в России у нас emishop.ru, а есть emischool.com. На Emi Official Board, наш основной аккаунт, там... слушайте, там русский сайт, точно. Короче, пишите мне в директ, я вам пришлю ссылку на международный магазин. В Марокко у нас нет дистрибьютора, поэтому, конечно, вы просто попадаете сразу в головной офис, и посылка будет идти из Праги. Сколько будет стоить, не знаю. Тут пишет, я в дороге с ребенком туда-сюда мечусь, еще эфир смотрю. Смотрите, нюдовый набор не будет. Это промежуточная коллекция. Мы никогда промежуточные коллекции, такие капсульные, которые выходят в небольшом количестве, мы не делаем много наборов. Потому что вы должны понимать, что вообще набор, он не очень рентабельный с точки зрения экономики для нас, как для компании. Понимаете? Вот, поэтому наборов мы всегда делаем ограниченное количество. Самое большое количество наборов всегда выходит только в сезон. Вот сейчас сезонная осень-зима стартовала, да, вот коллекция «Эгоизм». Конечно, этой коллекции много наборов. Вот, но всегда идет поштучка. Смотрите, вы все гель-лаки из коллекции можете купить поштучно. Поэтому коллекция нюдовая, она вся есть в наличии. Но просто ее нет в коробочках, потому что коробочек мы делали немного. Мы это делали сознательно, мы их не делали много, потому что, ну, правда, как бы наборы – это прикольно, но... Короче, продавать лучше нам поштучно, девчонки. Это вот просто как такая голая правда. Вот, поэтому наборов мы делаем немного, и нюдовых их было действительно немного. А поштучно есть все в наличии. И 9 мл, и 6 мл. А, нет, на Wildberries это наша продукция. Там только очень маленький ассортимент. Смотрите, на Wildberries это головной офис, туда поставляет продукцию. У нас там бьет рекорды по продажам антифунгал. Противогрибковая настойка. Это просто какой-то, представляете, я не знаю, продают по 1000 штук в неделю. Там, знаете, завозим 4000, 5000 антифунгалов, и там просто сметают на Wildberries. Вот. Поэтому на Wildberries у нас в основном там такие всякие жидкости продаются для домашнего использования, очень много всего. Там нет основного ассортимента пока. Там, кстати, очень много по хорошей цене декораций из старых коллекций. Смотрите. Вот, поэтому рекомендую, кто вот любит работать декорациями, но, например, на новые коллекции вам жалко денег, да, и вы начинающий мастер, и вам еще, ну, как бы там, не с руки тратить на это деньги, на Валбисе рекомендую вам покупать из прошлогодних коллекций декорации прям, ну, по очень хорошей, такой приятной цене. Будет новый белый гель-лак в продаже отдельно. Девочки, все коллекции гель-лака всегда продаются и в наборах, и поштучно. В наборах как раз это квест, нужно успеть купить. А поштучно, пожалуйста, всегда очень много. Вот. Коллекция «Эгоизм» наборов вышла очень много. Но, опять же, кто его знает? Потому что, например, Be Urban коллекция прошлая. А, нет, коллекция гель-лаков New Generation. Она
при таком количестве, которое мы заказывали, оно очень быстро закончилось. Вот. Поштучно все можно купить, смотрите. И белый гель-лак в том числе. Да, кстати, прикольный белый гель-лак, потому что у нас давно наши фанаты просили сделать белый гель-лак, чтобы он был холодный, не могли найти пасту, из которой можно было бы получить белый, вот чтобы он был белый, но холодный. Вот этот будет белый, прям холодный. А мне нравится, когда в коробочке. Да, в коробочке классно, девочки. Вот, но мы сейчас, вот кто уже видел, мы, например, цену уже подняли на коробку, потому что, ну, очень большая скидка шла раньше на наборы, и нам это, ну, не рентабельно. Понимаете? Тем более у нас же очень большие скидки для дистрибьюторов. Мы компания, которая распространяется не прямыми продажами, а через дистрибьюцию. Вот. И поэтому вот со следующего сезона, осень-зима, вот наборы, они уже стоят дороже. Все равно, конечно, выгоднее, чуть дешевле выходит в наборе купить, но не так дешево, как это было раньше. Вот. Я сейчас, например, маркетингу вообще говорю, да давайте печатать сколько, ну, как люди хотят этих наборов, но просто продавать без скидки. Вот, потому что раньше, конечно, скидка была огромная. Ты покупаешь набор, 6 штук, по цене за 5 выходило. Сейчас, конечно, чуть-чуть снизили. Гель-лак нельзя лежа хранить. Зачем вам коробочки? А вы вот так храните. Смотрите, как прикольно. Она вот так стоит. О, как красиво стоит. Вот такая. Раз и следующая. Стоят хорошо, красиво. Я тоже, кстати, храню в коробках, не знаю, у меня нормально, у меня ничего не вытекает, нормально он лежит. Единственное, конечно, да, что если кто свинюшка, и вы не докручиваете гель-лаки, у вас, конечно, будет все в жопе. Вы будете открывать этот гель-лак, у вас вся резьба будет в гель-лаке. А у меня мечта, чтобы вы мне подарили полный курс маникюра в Праге. Может быть, когда-нибудь сбудется моя мечта. Надо так сказать Праге, чтобы они провели розыгрыш на чешском сайте. У нас, кстати, есть чешская школа, где преподают на чешском языке. Правда, девочки, по-моему, преподаватели не все чехи. Да, есть кто на русском говорит. Да, я согласна. Наборы гель-лаковые покупать выгоднее. Там и ложечки есть, и наклеечки. Я, кстати, не сказала, что да, там ложки и наклейки еще идут. Вот, но вы же понимаете, что это все удорожает для нас, как для производителя, и у нас снижается маржа. Вот, поэтому сейчас наборы сделали дороже, потому что вот эти карточки, карты, представьте, они ламинированные, толстые. Представьте, сколько это денег стоит, чтобы их напечатать. Вот, поэтому, да, цены подняли. Зеленые будут, смотрите. Зелю сейчас вам по зеленой. Я, кстати, мой пакет с отпуска. Я всегда с собой вожу все новинки. Зеленые, девочки. Ну, мы их выпустили небольшое количество. Вот сразу признаюсь. Потому что, честно, мы когда запрос нашим дистрибьюторам давали, ну, как сколько вы купите у нас зеленых, сколько нам производить. Потому что мы же не можем, там, знаете, много вот так производить, куда потом это девать. И мы всегда делаем под запрос. И, понимаете, все побоялись зеленых цветов. Все как посчитали? Ну, тренд и тренд. А все в основном типа боятся таких трендов. Никто зелеными в таком количестве покрывать не будут. В итоге, как мне написал московский наш дистрибьютор, говорит, у меня вся партия, которую я заказала ваших зеленых, закончилась за 15 минут продаж. А у нас она закончилась за сутки. Вот, поэтому я даже когда рекламировала зеленые, вот вспомните, даже у меня посты были про зеленые, комментарии, почитайте, что там писали мои подписчики. Там кто-то и гадости писал, кто-то писал даже из клиентов, вот, да, что за говно, кто этой зеленкой покрывать будет, понимаете, вот. И, конечно, когда ты такие, вот, такую обратную связь читаешь, думаешь, блин, ну, наверное, да, надо чуть-чуть их заказать, много не производить, потому что не продадим им зеленые, потому что вы должны понимать, смотрите, зеленая группа, самая низкопродаваемая группа, вот, например, мы компания, которая занимается колористикой, да, потому что у нас цвета разные выходят, и у нас есть статистика продаж за многие годы, так вот зеленая группа это самая плохая группа по продажам, и всегда их, ну, как мало делают, держат в ассортименте просто для ассортимента. Вот, но сейчас видите тренд, причем тренд он сейчас бомбанул летом, и он бомбить будет еще до конца года, и в следующем летом, вот мы сейчас уже сделали новую коллекцию на следующий год, смотрите, у меня уже готова коллекция лето
22. Я работаю как модные дома на самых знаменитых кутюрье, которые производят заранее все коллекции. Короче, у нас уже следующее лето, и уже понятно, что будут все опять с ума сходить по зеленому, в том числе. Вот, поэтому я всем говорю, зеленые запасайтесь, в том числе и вот этот абсент зеленый 0,52. Его вот сейчас летом его очень много, 0,52. И следующим летом опять то же самое. Ты смотришь вот эти все коллекции, даже тот же Louis Vuitton, мужская версия, женскую, очень много зеленки. Сейчас на осень-зиму открываешь, а там просто одна зелень. Пальто, куртки. Сейчас вот если она такая легкая одежда зеленая, то к осени это будет же верхняя одежда зеленая. Сколько стоит набор эгоизм? Так и знала, что меня сейчас спросят, а у меня... А я цен не знаю. Галя! Да. Сколько стоит коллекция эгоизм? 9 миллилитров набор. Галя, ты мне должна вот так сходу раз и произнести. Сколько? По-моему, 3700 сейчас уточню. 3700? Короче, по-моему, 3700, набор 9 миллилитров. Но там карты, ложечки, наклеечки и стикеры. Черничный появится снова. Черничный. Какой? Луценко Нейл Питер. Напиши мне, какой, я тебе потом отвечу. Как стать дистрибьютором? У нас дистрибьютор, ну как, там есть отбор. Ну, бизнесменом надо быть. Как правило, это какая-то либо уже дистрибуционная компания берет себе в портфель просто ногтевой продукт, либо это какие-то предприниматели, у которых есть сеть розничных магазинов, вот, и у них на дистрибьюции много марок, и они берут, например, ногтевую марку. Либо это сеть розничных магазинов вообще косметики, и, например, только ногтевую косметику, ну, как... Просто если бы салон красоты и школа, ну, не рекомендую, потому что это сложный вид бизнеса, это дистрибуция, вот, дистрибуция — это умение работать с менеджерами по работе с салонами красоты, это нужно быть руководителем, нужно разбираться в прямых продажах, вот. Если, например, интересует опт, пишите мне, вот, я вам дам дистрибьютора, с которым можно договориться по оптовым условиям. Если, например, у вас в регионе нет дистрибьюции, то вас напрямую будет отгружать Ростов. Вот. Если вы прям, ну, как серьезный дистрибьютор, тоже пишите мне в личку. Обычно мой менеджер, который сидит в директе, он сразу передает отдел дистрибьюции, запрашивает ваши данные, они вам высылают на почту первичные какие-то входящие моменты, чтобы вы ознакомились. Ладно, девочки, я не могу дальше читать. Я сейчас понимаю, что сейчас будет очень тяжело сохранить эфир, потому что уже 12:12. Вам спасибо большое за внимание. Постараюсь на этой неделе еще провести один эфир с новыми декорациями, с новыми гель-лаками, потому что сейчас очень много всего выходит, потому что всегда в сезон, перед началом сезона, у нас очень много всего выходит. Я буду сейчас каждую неделю прям постоянно вести прямые эфиры. Все, всем пока-пока.